Ребята, всем привет! Я продолжаю играть в Engine Warfare 3. У нас, ребята, сегодня будет новенький сюжет, точнее продолжение предыдущего из сюжетов, а именно атака США на базу России где-то примерно в пустыне. У нас, друзья, есть две армии. Красная армия — это русские, синие — это американцы. Давайте представим то, что это, опять же, параллельно вселенная, будущее, там, не знаю, давайте 2035 год, и США решили напасть на Россию. И, друзья, у американцев просто огромнейшее количество солдат, вы только на это посмотрите. Все обучены, все вооружены. И даже, друзья, я им специально поставил РПГшников. Ну, друзья, эти РПГшники будут стоять в засаде, в обороне, да, где-то подальше от войск. И они, друзья, в самом-самом конце будут разрушать именно эту базу. Ну что, друзья, давайте начнем. Обязательно подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, ставьте лайки. И мы, друзья, начинаем. Поехали. Как вы, друзья, считаете, русские смогут ли сдержать американцев или нет? Давайте мы, друзья, включим небольшое замедление. Ну, примерно вот на 61%. Все, друзья, мы начинаем. Кстати, знаете, я за кого хочу поиграть? За чувака с миниганом. Блин, друзья, его убивают просто моментально, вы понимаете? Это реально, друзья, жестко. Так, смотрите, друзья, пулеметчики начинают стрелять по военным США, и некоторых уже даже убивают. Ага, понятно, друзья, первых уже всех наших пацанов перебили. Ну и, друзья, если сейчас русские проиграют, я, соответственно, им буду увеличивать количество солдат до того момента, пока они, друзья, просто-напросто не победят. Ну или примерно силы будут 50 на 50 равные, и чтобы уже, друзья, просто решил рандом. Не, помню, я слишком переборщил, да, с американцами, хотя... В принципе, друзья, так как здесь есть пулеметы, я думаю, в принципе, будет нормально. Ну что, давайте мы, может, друзья, за кого-нибудь солдат поиграем. Вот, например, за такого чувака с винтовочкой. А ну-ка, дальнобойная эта винтовка? Да, друзья, очень даже дальнобойная. А, это типа АВП, я понял, друзья, или что-то в этом роде, да? Болтовочка какая-то. Ну, кстати, неплохо. Не, друзья, дальности не хватает. Окей. Давайте, друзья, мы немножко спустимся вниз. Вот, смотрите, солдат тут идет. В смысле? Как я промахнулся? На, о, друзья, минус. Просто офигеть, мы, конечно, раздаем. Американцы, друзья, просто потихонечку погибают. Ну, кстати, друзья, смотрите, тут есть и медики, да. Ой-ой, аккуратненько. Мы немножко, друзья, на шип упали. Серьезно, мы просто, друзья, всех американцев снесли, я так понимаю. А нет, там он огромная группа. Давайте мы их, друзья, попытаемся сейчас завалить. Почему бы, собственно, и нет. Пулеметы, конечно, друзья, это имба, вы видите. Если бы у нас, друзья, не было пулеметов, мы бы, наверное, проиграли уже. А ну-ка, я здесь не утону, надеюсь? Да вроде нет. Все, друзья, мы отбились спокойно от американцев. Вы видите, с пулеметами это просто имба. Окей, друзья, я сейчас уберу эти все пулеметы, но давайте мы сначала, друзья, перестреляем РПГшников. Давайте прям поближе подойдем. А ну-ка, они по мне стрельнут или нет? Мне прям интересно. Я, друзья, просто хочу показать, насколько эти РПГшники мощные. О, смотрите, смотрите. Ого, вы это видели? Офигеть, друзья, мы просто увернулись от РПГ. Просто жесть. Давайте, друзья, тоже мы возьмем РПГшечку, перезаряжаемся. Ой-ой-ой-ой-ой. Смотрите. Оньк. Оу. Полегче, да? Офигеть. Так, нифига себе. Конечно, они, друзья, очень кривые, эти боты. Мы их, друзья, спокойно будем выносить. Так, давайте возьмем другую РПГшку. Там, где вот три целых заряда. Давайте вот на вот этих двух пацанов мы тоже пойдем. Посмотрим, они смогут ли по нам попасть или нет. Давайте, чуваки, вдвоем, давайте. Ай, попали все-таки. Нифига себе. Ну, друзья, вы теперь понимаете, насколько РПГшки мощные. Окей, друзья, сейчас давайте мы эту базу немножко занерфим, так сказать, да. Мы сделаем ее слабее, удалю я все-все-все пулеметы. Поставлю именно побольше обычных солдат. И, друзья, мы продолжим. Поехали. Все, друзья, я полностью убрал всех пулеметчиков. И правда, друзья, я эту теперь базу укрепил обычными военными. Давайте 50% замедления, а то уж как-то все слишком быстро происходит как-то. И, друзья, я также поставил, смотрите, вот здесь вот чуваков с миниганами. Правда, они, друзья, стоят в обороне. Это будет самый-самый крайний рубеж. И все вот эти вот пацаны обороняют, давайте, боеприпасы, да. Припасы, боеприпасы там и так далее. Так, уже, друзья, первых всех наших обороняющихся сносят, понятно. Воу-воу, давай, пацан, на, воу! Его, друзья, завалили. Смотрите, сколько я сюда, друзья, поставил солдат, просто огромнейшее количество. Хотя, смотрите, друзья, некоторые еще держатся, у этого миниган, давайте, нет, я не успел. Я, друзья, хотел за миниганщика поиграть. Давайте мы, друзья, возьмем сейчас быстренько миниган, надеюсь, я успею. Быстрее, бери! Все, я успел. Нет, я не успел, офигеть. Просто, друзья, жесть, вы понимаете? Давайте, может, кстати, сыграем. Не, за синих, ладно, не будем играть. А, убили. Все, не успел я, друзья, ни за кого переключиться. Понятно. У нас, друзья, есть РПГшники. Вот, кстати, можно за них будет попробовать сыграть. Но это потом.
Давайте, друзья, посмотрим, смогут ли сначала синие вообще уничтожить оборону данной базы. О, друзья, тут такая сейчас жесткая зачистка пошла, вы понимаете? Просто жесть. Давайте вот за вот этого, например, чувака переключимся. Вот давайте будем стрелять по синим. О, друзья, по ним стреляют. О, убивают, офигеть. Так, 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 за кого еще можно, друзья, переключиться? Вот, давайте, например, за вот этого солдата. О-о-о-о-о. Офигеть, да, конечно, за мистик у нас получился. Давай, давай, быстрее перезаряжай свою пушку. Ай, друзья, по нам стреляют. Возле нас, друзья, нашего друга завалили, офигеть. Нет, и нас тоже. Просто жесть. Кстати, смотрите, друзья, мы здесь все-таки перестреляли, да, америкосов. Большинство. Просто капец. А ну, давайте все-таки РПГ в бой. РПГ в бой. А ну, попаду отсюда. На, офигеть, друзья, вот это взрывчик, так взрывчик. Давайте, друзья, издалека будем стрелять. Вот так вот, оп. Не, по-моему, слишком как-то высоко стрельнул. Да-да-да-да-да. Давайте вот так вот примерно. Вот так вот. О, друзья, идеально, по-моему. Да на нафиг, воу. Вот это, друзья, там взрывчик, так взрывчик. Давайте вот сюда вот еще стрельнем. Ё-моё. Просто, друзья, там жесткие взрывы. Давайте снайперов на вышках посносим, вот этих всяких. Ага, друзья, у меня закончились эти боеприпасы. Я понял, я понял. Я вижу, друзья, вот винтовку. Давайте мы ее возьмем. Берись, берись. О, все, друзья, перезаряжаем. Ага, некоторые, друзья, солдаты все-таки еще выжили, вы понимаете? Знаете, есть какой баг в этой игре? Просто замечательный баг. Тихо, 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 по мне стреляют. Нет, 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 нет. Друзья, есть просто офигенный баг. Сейчас покажу, где пушка. Вот пушка, смотрите, валяется. Мы берем. Блин, она исчезла. Ладно, давайте вот сюда вот подойдем. Вот, вот, вот пушка валяется возле водички. Смотрите, друзья, берем вот эту пушку. РПГшку мы убираем, как бы, да? Блин, по мне стреляют. И, друзья, заново берем РПГ. Смотрите, в смысле, раньше же работало. Патроны должны были перезарядиться. А, или то, если мы умрем только. Ну ладно, пофиг. Давайте, друзья, сейчас постреляем некоторых военных Красной Армии этой. Тихо-тихо, по мне, друзья, стреляют. Нет. Все, я перепрыгнул. Так, я промахнулся, и меня, друзья, убивают. Получается, да, друзья, нашу всю армию вынесли. Синих, да, солдат. Какая-то слишком жесткая, друзья, это Красная Армия. Давайте мы снова берем РПГ. И, друзья, постреляем сейчас по этим солдатам. О, взрывчик, конечно, друзья, жесткий. Давайте вот сюда вот еще стрельнем. О, смотрите, сейчас залетит прям идеально. Офигеть. Вот, друзья, что нужно делать. Изначально нужно нам расстреливать всю-всю-всю оборону с РПГ издалека, а потом, друзья, только чтобы мы нападали. Окей, друзья, давайте прям так мы и сделаем. Так, включаем быстренько замедление, вот прям минимальное. Так, и, друзья, сдалека просто стреляем по базе русских с РПГ. На, друзья, полетела ракетка. Оу, нифига себе там, конечно, друзья, взрывчик. Надо поближе подойти. А то я даже, друзья, не вижу, куда я примерно даже стреляю. Очень далеко мы как бы стоим. О, смотрите, друзья, прям куда надо залетело. Прям, друзья, между солдат. Ё-моё. Походу, сейчас, друзья, с таким успехом мы эту базу захватим очень даже быстро. А ну-ка, куда теперь? Офигеть, друзья, мы разнесли бункер. Еще и разнесли какую-то вышку. Ё-моё. Друзья, просто там все разлетелось, вы понимаете? В атаку. Давайте, друзья, вот этих теперь мы разнесем. Прямой наводкой, друзья, просто стреляем. Блин, бункер защитил. Да, друзья. А, это не бункер, это укрепление, типа такое. Все, друзья, быстренько идем в бой. Так, 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 так. У меня, друзья, снова закончились РПГшки. Так, пропусти меня, че ж ты меня стопишь? В атаку. Вот, друзья, давайте возьмем скар, валяется. Очень, друзья, классная винтовка. Быстрее перезаряжаемся. И, друзья, давайте вот просто сейчас забежим прям к врагу туда вот, где он сидит. Минус. Так, еще один минус. Так. У этого, друзья, рация. А, нет, нож, 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 нож у него был. Нет, друзья, я думал, что у него рация была. Это, друзья, нож. Так, выбираем быстренько другого РПГшника. И, друзья, мы стреляем там, где есть еще солдаты красные. Просто жесткая бомбардировка какая-то у нас происходит. Ё-моё, мы, кажется, по своим, да, попали? Ну ничего, друзья, бывает, бывает. Немножко промахнулся. Вот так вот примерно, друзья, мы вроде должны попасть. Да, оу. У нас, друзья, еще целых две ракеты. В принципе, это достаточно еще много. Стреляем. Я думаю, друзья, вряд ли эти солдаты выживут. Да, мы, друзья, убиваем этих солдат. И, друзья, у меня самая-самая последняя ракета. Давайте вот сюда вот примерно стрельнем.
На, ой-ой-ой-ой-ой. Друзья, мы вынесли сразу 4 солдат с одной ракеты. Так, друзья, берем быстренько винтовочку, перезаряжаемся и просто в атаку. Я думаю, друзья, эту базу мы уж точно уже сейчас захватим. А, это, друзья, не винтовка, это у нас дробовики, ё-моё. Я понял, чем есть прикол. Это, друзья, мега жесткие дробовики, которые работают только вблизи. Так что, друзья, давайте мы возьмем вот Скар. Блин, он исчез. О, винтовка есть какая-то. Тихо-тихо, винтовочка, берись. Все, перепрыгиваем. Там, друзья, правда, у нас противник с миниганом, не забывайте, вот здесь вот сейчас будет. Давайте, кстати, сюда забежим. И, друзья, давайте мы сейчас за миниганчика поиграем. Я давненько не играл за миниганчика. Давайте тут нескольких перестреляем все-таки. Так, этого вот завалим. И этого. И все, друзья, просто сюда забегаем такие. Где мой РПГ? Ага, у меня же, друзья, нет уже снарядов. О, миниган, быстренько, быстренько. Ай, убили все-таки, не успел. Ладно, друзья, давайте переключаемся быстренько за красненького. Вот, вот этого чувака с миниганом. Давайте мы возьмем. И, друзья, сейчас будем просто зажимать. Миниган, не забывайте, это дичайшая имба. Посмотрите, друзья, сколько у него патронов. 1500 патронов. Ё-моё. Разносим, друзья, просто на раз, два, три. Посмотрите, что мы, друзья, просто творим. Офигеть, да? Ой-ой, друзья, кстати, по мне начинают попадать. Вот засранцы, а. Все, перестреляли. Неплохо так. Где еще военные? Синие, где еще военные? Серьезно, друзья, это были все? Офигеть, да? Неплохо так перестреляли. Друзья, вы понимаете, один миниган просто все-все-все это дело зарешал. Кстати, можно будет сейчас, друзья, РПГшников поставить на первую линию, чтобы они прям сразу начинали стрелять по этим укреплениям. Будет достаточно неплохо. Ну и, друзья, у нас там остались одни РПГшники. В принципе... А ну-ка, отсюда я их смогу завалить? Не-не, друзья, не слишком далеко. Окей, давайте сейчас я быстренько укреплю синюю армию. Мы, друзья, еще раз нападем на эту базу. Сейчас, друзья, будет мега крутой замес, потому что у меня сейчас очень-очень много РПГшников в синей команде. И они, друзья, стоят вот прям на первой линии. Вот они, смотрите. Ё-моё. Они, друзья, сейчас просто вот разнесут, я вам говорю, просто пол этой крепости. Окей, давайте, друзья, мы, кстати, за одного из РПГшников поиграем. Друзья, просто сюда вот закидываем вот эту гранату, да, ракету. И, друзья, просто происходит взрыв. Быстренько-быстренько перезаряжаемся. И, друзья, еще один выстрел. Прям в бункер, ё-моё. Так, давайте мы, друзья, стрельнем вот сюда, вот эту вот стеночку. Специально как будто, друзья, эти стеночки сделаны, чтобы мы стреляли туда с РПГ и убивали как можно больше солдат. Капец там, конечно, взрывы происходят. Тихо-тихо, по мне стреляют. А, быстрее. Получайте, засранцы. Все, друзья, убил. Окей, окей, быстренько-быстренько, друзья, пушку берем. У меня, друзья, оружие вообще. Нет, сейчас завалит. Быстрее, бери пушку. Бери пушку. Патронов нет, все, понятно. Мне еще и свои завалили. Молодцы. Ну, правильно, чтобы в плен не сдавался. Так, друзья, стреляем вот сюда вот. И выносим реально очень-очень, друзья, много сразу солдат. Кстати, вот этим, которые справа, друзья, очень сильно повезло. Но ненадолго, да. Все, друзья, минус эти точно теперь солдаты. Идем, друзья, просто в атаку. Вот я вижу снайпера на вышке. Блин, меня убивают, ё-моё. А меня снова, что ли, свои завалили. Вот из-за этого, друзья, кстати, не хотел РПГ-штиков ставить прям в первый ряд. Потому что они дико тупые и кривые. И из-за этого, друзья, они тупо стреляют по своим очень-очень часто. Из-за этого, друзья, как бы, из-за этого и не хотел ставить, да. Потому что они будут своих убивать, они будут меня убивать, ну и всякое другое. Так, неплохо, друзья, минус еще одна вышка. Давайте по вот этим пацанам стрельнем. Все, друзья, просто идем в атаку, в атаку, в бой. Давайте, друзья, снайпера на вышку вот этого снесем. Потому что он реально какой-то очень-очень жесткий. Нет, пацаны, не стреляйте, я свой. А хотя нет, я ж не свой. Друзья, просто в прыжке вы это видели. Очень получилось красиво. Так, друзья, быстренько берем, давайте Скар. Меня убивают, понятно. Так, у нас, вы видите, друзья, просто огромные силы прошли уже в эту крепость. Давайте, друзья, вот эту вот вышку снесем. Все, друзья, просто минус вышка. У меня, друзья, остается самая последняя ракета. Я сейчас сделаю суицид, смотрите. Забегаем, друзья, вот сюда, вот быстрее. Оу. Друзья, просто вот сюда вот забегаю, смотрите. И мы стреляем прям вот так. Все, вместе с собой убиваем их. Сразу, друзья, минус 3 дал. Нормально, нормально. Неплохой такой суицид. Ну и, друзья, придется нам теперь играть, конечно же, за миниганчика. По-другому просто никак. Почему я не могу переключиться? Во, переключился. И, друзья, мы просто начинаем шмалять из минигана.
Просто смотрите, друзья, как мы их там сносим. Не, по-моему, друзья, русские реально непобедимые, и они просто не сдаются никогда, да? Вы только на это посмотрите. Просто один пацан с миниганом выбегает и убивает всех американцев. Так, тихо, по мне, друзья, стреляют. Быстрее пробегаем. Где? Я их даже, друзья, не вижу. Вот они. Минус, неплохо дали так. Друзья, вы только посмотрите, сколько здесь американцев, да? Ой, убили все-таки, блин. Все, друзья, вот наш чувак такой упал и умер, все. Прям, друзья, головой, блин, на шипы. Миниган тоже, друзья, упал. Кстати, смотрите, у нас очень еще много американцев. Давайте все-таки, друзья, уже реальное время включим. Так, ну что, давайте обороняться, в принципе. У нас, друзья, остается последний снайпер на вышке. Давайте вот за него как раз и поиграем. Так, давайте слезем с этой вышки. Все-таки, да. И станем, друзья, вот здесь вот где-нибудь в обороне. Плюс я возьму, давайте, еще какую-нибудь пушку на всякий пожарный. Вот, давайте все, друзья. Берем, друзья, нашу полковочку быстренько. И меня, друзья, просто убивают. Понятно. У нас, друзья, остается в крепости, получается, сколько? А, миниганчики все погибли, ё-моё. А как они погибли-то? Ладно, друзья, пора выигрывать этот бой. Берем, друзья, просто два минигана взял, вы понимаете? Просто чтобы патроны вообще не заканчивались. Друзья, мы победили. Давайте мы сейчас, друзья, еще один бой проведем. Правда, теперь, друзья, я вообще не буду вмешиваться в данный конфликт, в данную битву. То есть, пускай они сами там по себе повоюют, и мы, друзья, посмотрим все же, кто же победит. Красные или синие, русские или американцы. Давайте, да, друзья, посмотрим. Вы видите, как жестко синенькие наступают. Кстати, да, друзья, нужно было сделать такой вот проход, чтобы американцы могли заходить вовнутрь базы. Я, друзья, совсем про это забыл, потому что боты не умеют перепрыгивать почему-то всевозможные препятствия. Да, друзья, вот такие вот тупые боты в этой игре. Смотрите, друзья, у нас некоторые солдаты решаются наступать. Чувак просто с ножом, друзья, идет в бой. Его, конечно же, друзья, убивают. Ё-моё, вы, друзья, посмотрите, сколько американцев. Сколько синих. Просто жесть, да? Угу. Огромнейшее, друзья, количество. 180 на 21. Да, друзья, уже вот-вот всю базу просто уничтожат. Ага, РПГ-шник свой же подрывает нечаянно своих же. Где-то 20 солдат. И еще минус 15. Ё-моё. Друзья, вот за это я и люблю РПГ-шников. Как бы и люблю, и не люблю. Если РПГ-шник играет против меня, это, конечно, друзья, хорошо. Потому что он сейчас там своих большую часть и вынесет. Вы понимаете, друзья, только что было 180, уже 90. Просто жесть, да? Это большинство вынес именно свой же РПГ-шник синеньких. Ну, друзья, правда, он может достаточно много укреплений на базе вынести. Друзья, вы только посмотрите, что делают. Ага, вот, друзья, кстати, у нас есть один РПГшник. Чувак, что ты делаешь? Зачем же ты по своим стреляешь? Вот придурок. Еще один. А, он, друзья, своих же подрывает и сам себя. Ё-моё. Он, друзья, просто решил не сдаваться, видимо, в плен. Нет, друзья, все-таки придется, давайте, мне вмешаться в эту битву, да. Потому что по-другому, друзья, просто наши не выиграют. Давайте, друзья, вот за вот этого поиграем. А, и меня убивают, серьезно? Быстренько. Плевать вообще за какого солдата, вот за вот этого. За вот этого, говорю, хочу поиграть, почему не могу играть-то? Ну, играть, почему он не выбирает, в смысле? Вот, Control Unit, о, выбрала. Так, друзья, берем миниган и берем второй миниган, как в прошлый раз. Быстрее, блин, бери, почему не высвечивается? Все, друзья. Убили. И просто, друзья, идем убивать синих. Где они там? Вот, я вижу, друзья, группа. Кстати, друзья, это были РПГшники. Они очень опасные. То есть вы понимаете, да, друзья, насколько тупые боты? Они просто в стенку уперлись. Не, стоп. А ну, дайте ко мне РПГ. Подождите. Сейчас и ваша очередь придет. Так, РПГ. Вот здесь вот я только что убил РПГшников. Быстрее, беги. Они там, друзья, уперли стенку. Мега тупые боты. Все, друзья, у меня есть РПГ. О, да. Так, огонь.
Все, друзья, мы победили. В принципе, друзья, на этом все. Обязательно подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, друзья, ставьте лайки, пишите свои прекрасные, просто замечательные комментарии. Всем, друзья, пока-пока-пока.